Анатолий Эдуардович, у нас акционеры задают нам такой вопрос. Вот у нас есть конечная цель в 300 миллионов долларов. Для того, чтобы нам привлечь, да, сейчас очень много людей, это тысячи, это десятки тысяч людей, которые поверили в технологию, которые сейчас инвестируют. Вот вопрос, можно сказать, задаю от них, да, что будет, когда мы достигнем этой цели и что мы будем делать дальше? Ну, у нас цели собирать деньги, такой цели нет на самом деле. Мы должны разработать технологию, ее сертифицировать и выйти с ней на рынок. И на это нужно порядка 300 миллионов евро, не долларов, что там чуть больше будет в долларах, чтобы показать тестовые участки, сертифицированные, грузовую, городскую, высокоскоростную. И особенно дорогая часть это будет высокоскоростная, потому что там нужно длинную трассу строить, иначе скорости, ну, не получишь нужные скорости. Когда эта цель будет достигнута, и мы инвестируем, это деньги инвесторов, это не мои деньги, так, хотя я тоже инвестирую по мере возможности свои, даже свою зарплату я инвестирую в проект на самом деле, да, в тестовый участок. То эта цель будет достигнута, разработка технологии. И дальше деньги на разработку технологии не нужны. Мы уже будем дальше финансировать разработку технологии, дальше там 5-е, 6-е поколение, 7-е, 8-е, 10-е, 20-е и так далее. Это работа на минимум на 200 лет. А от продажи технологии, от заказов, которые мы будем получать на адресные проекты. И поэтому те инвесторы, что придут сейчас в технологию, они и останутся. Нам новые инвесторы не нужны. Дальше мы будем работать с заказчиками. Да, это сила, но эта сила нужна вот на этой стадии. Потому что проще убедить миллион человек дать по 500 долларов, чем убедить государство, президента страны, министра транспорта, олигарха выделить 300 миллионов евро. Потому что я потратил десятки лет, я так и не смог убедить ни государства, ни министров, ни олигархов. То, что они не понимают, что такое инновация, они не понимают своих интересов, своих выгод, и они думают, живут сегодняшним днем и думают только о сегодняшней прибыли, а не о будущем страны, мира, планеты. А инвесторы наши, вы знаете, это те же пользователи, им это надо, а не государству, не президенту страны. Потому что государство – это чиновники, и президент страны – это тоже чиновник. Сегодня есть, завтра его нету. И ему не надо SkyWay, он летает на своем личном самолете. И министр какой-нибудь, он ездит на своей личной яхте и едет на какой-нибудь Бугатти или Мерседесе, ему не нужен SkyWay. А вот простым людям это нужно. И мне в том числе нужно. Моим детям. Потому что мы пользователи, народ. И вот народу мы и обратились. Давайте вместе это сделаем, потом будем вместе этим пользоваться и будем получать это доходы, дивиденды. И вот эта схема работает. Вот мы уже год проработали, и те этапы, которые у нас были, мы их прошли и достигли нужных результатов. А сейчас еще, ну, то, что у нас сейчас инвестировано, это примерно 1% от того, что нужно. Но это был очень сложный этап, процент. Иногда процент сложнее выполнить, особенно в начале, чем потом 99%. Поэтому да, возможно, у нас будет миллион акционеров. А может, придут и более крупные инвесторы, которые поверят, увидев, что риски снижены, что мы действительно работаем, что это действительно серьезная технология, что действительно за ней будущее, что действительно завоюет весь мир. Тогда придут инвесторы уже неквалифицированные, которые будут вкладывать там, миллион долларов, 10 миллионов долларов. Поэтому эти 20 тысяч акционеров, что есть, они останутся. А может еще придет там десяток или сотни акционеров, инвесторов суммами там от миллиона до 10 миллионов долларов. Поэтому не факт, что будет миллион, а может будет 25 тысяч акционеров. Но в любом случае
вот этот краудинвестинг – это то, что на самом деле работает. То, что любые другие схемы не работают.